витископ. Мое мнение, на сегодняшний день нельзя проводить вообще чемпионат. То есть мы опять же придем к тому, что одна команда не поедет к другой, третья не сможет выехать, четвертая не дадут поля, это будет опять чемпионат для того, чтобы мы поставили. То есть пока не нормализуется ситуация в стране, сегодня как бы... Но эта ситуация не даст возможность легионерам, и это же людям нужно платить зарплату, как поступить. Вот за свой счет футболисты имеют право, если им 3 месяца не платят, уходить в другие клубы. То есть к чему это потокнет? То есть тут висит как бы общая ситуация, да, и ситуация с клубами, которые нужно финансировать, которые должны футболисты где-то играть, иначе они не нужны ни сборной, иначе не нужны ни для трансферов дальнейших, они не будут выгодны клубу. Если говорить о игре за сборную, о игре на международной арене, то чемпионат нужен. Но учитывая ситуацию, что когда людям нечего есть, сегодня сложнейшая экономическая ситуация, сегодня выбрасывать миллионные контракты на футболистов, есть вопрос. Или пересмотреть политику клубов сегодня в плане иностранных футболистов, в плане своих футболистов и на какой-то период уменьшить те растраты. Это как один из вариантов. А если продолжать чемпионат, то это будет понятно, что хозяевам нужно раскрутить свой клуб или продать футболистов и так далее. То есть ситуация... Их обвиняют в том, что им наплевать будет на ситуацию в стране. Ну, могут на этом играть, скажем так. Пока не утихнет ситуация в стране, пока не нормализуется, можно отложить первый круг. И потом проходить, как мы проводили первый чемпионат, когда Таврия стала чемпионом по укороченной форме. И это тоже как один из вариантов. То есть вариантов куча. Но опять же, мы можем рассуждать, а принимать решения тем людям, которые непосредственно и финансируют это, и за это отвечают. Витископ. Спортивное видео.